Прям пиздец какой нормальный надо. Огрони, да. Видите, иначе будет хуёво. Че ты обузи собрался? Все готовы, ДБМ ставлю. 5, 4, 3, 3, 2, 2, 1. 1. К этому бафу еще раз кинем только. Да, красноязычие нужно. А не проебите красноязычие, то есть. Стоит. Танки прожмитесь. Давайте герой. Отлично, здесь. А, не-не-не, все, 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 бьем, бьем, все хорошо. Сори. Белый не берите, с черным бьем просто. Я собью просто. Ой, ты что собрал? Я твоих танчик. Танчик. Твоих танчик. Нормально. Да, нормально. Я делаю тут пламя и пригу. Красава. Не-не-не, я наоборот специально одел. Чтобы здесь мат не срывал. А оказывается, что у меня это в два раза больше агро, чем у второго места. Свечно здесь в черную, черную. Белый взять в черную. А где урон? Где урон? Отлично. Пошлите на ту сторону. Им бьем. Белая кастует, танки прожмитесь. Че там, где вас не было? Упала, ебать. Нихуя себе. Да ну нахуй. Чё за усыльный, блядь? Охуеть просто. Чарок, все есть прига? Да. Это ЧПГ ГЦ, походу. Да? ЧПХи надо знать. ЧП ГЦ. ЧПХи чё забирают. Хорош, ебать. Сам. Гагасник, есть вопросы по ЕП, я не понимаю. Почему ты, блядь, это пишешь через неделю, когда уже все уже пошло? Они в Дискорде бы долбил меня, долбил. А я не забирал на прошлом году эти, нет? Кто знает. Ну тупи, потому что я уже к этим старым возвращаться не буду. Я откуда знаю? Положи пока уже. Я журнал чуть не могу посмотреть, сейчас посмотрю. Я не помню, что я ел, блядь, на обед, ты мне его за неделю назад говорил, что было. Да не, он тогда поставил на этот, на Magic Grow. На, когда он пришел, когда мы начали бить уже. Он только, блядь, какой-либо. Ну, то же самое, как этот, как Дрис сейчас не получил ИПшку, не получится за замену. Еда.
Рокстрайт, где ДПС? Че? Вон. Где ДПС? Ну вон 23 тысячи есть. Котлик молодец, 28. Впечатляюще. А Бьёрн говорил, сейчас придет лог 250, и там, блядь, на замену сядешь. Невер, ты на каком месте? Лог еще не пришел. Он уже был в рейде, он меньше дал. Во втором рейде был. Да. Ну, он дамажит, но я бы не сказал, что он сильно дамажит. Прям очень ну, что сильно. Будет твой выход, он дамажит как лог, типа. Лог немного ну, дамажит. Не это да. Самое. Ну, про обещал кого-то лока надебать. Что-то он надебал. Да, бро. Тем более я не считаю, что на вальках ДПС метров, блядь. На вальках кого прохнет, блядь, это хуйня, кого не прохнет. ДПС... Ну, Гулик, это ему 3 раза прохнуло. В жопу, блядь, может засунуть. Да, 3 раза это ерунда. Вот здесь ДПС чек будет, это вот на тухло пузе. С ЛКшкой. Да. Ух, жирный. Ёб. А вот ДПС чек будет. Пару минут подождем, пока Гера. Гулик, у тебя 3 раза прохнуло, да? Потом 6 минут до последней фазы. Да. Да Суза МК не дал, забыл МК. Ну, ебать, сегодня лут прям вообще и... Ну, вообще и больше. И брига, бля, всё. Еще бы топор упал бы с этого, с зла. Да, лутайте топоры быстрее, мне на ПВП надо топор. Мне тоже топор надо. С глаз, кстати, хороший топорик падает тоже. Бисовый топорик всё падает. Ну, бисовый. Мне на тут полковозе было. Мне на Аноби лучше в холика спекнуться. Нет, это обязательно. Хорошо. Ля, Бьёрн, скоро за принтролями охота начнется. Не, принтроль ПВП за меня ворота нет. Мне надо будет... Я сейчас куплю это, конечно, как его. Для вас. Скажите мне, я вам скажу, грань его. А потом осколки соберу себе. Потом это после всех гильдий, типа? Нет. Ну, я магом буду мейнить, потом халипались, а варом буду с пугами ходить, насколько любишь. Чупыри логаются, блядь, что-то FPS просел, понять не могу, почему, блядь. А на ид, тебе что за соки-то нужны в пояс? Я его только что сролила, вот в этом... Не, я понимаю, я поэтому гораздо как бы лучше по статам, чем с камнями предыдущий. Так ты на мой вопрос не ответила. А какие соки-то я буду ставить на СПД? 2. А, не, ну 2 красных я не мог. Хотя, слушай, сейчас посмотрю. Бомжатки я сейчас сделаю. Хотя бы. Ну, сейчас это самое. В гибанке, да. Посмотри, там есть. Доликов нет. Что, со старта сопротопья? Если нет. Закончились, то пейте. У меня еще 14 минут. 15 минут еще хватит. О, да. Спасибо. Огурчики, СС, кому там? Да, 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 сейчас огурчики ставьте, все берем. Сейчас 50 все закроем. Да, север плачет. Это быстрее, блядь, нагладить, я хочу послушать это Гудлика, это выражение. Дон, ты скоро умрешь там, Дон, ты умер. СС давать Гудлика, да. А, на магике? Это же СС, когда я хотел дать. Ну, на магике они нагрудяют. Скачай себе Red Framer, я тебе сказал, кейс скачать надо. У нас по ССам. Гудлик на Невера, бафы еще на Писикошку, Северморус на Захоту. А на Пулу на кого? Бафы еще на Захоту. Ты забыл Войда выкинуть. Ну, Войда я сейчас выкину, и пока еще только начинаем. Так, нужно. Так, на пулы жуков. Босса на меня напуливать не надо, Кенроки один справится вообще, не трогайте жуков. По левой стороне, там где звездочка напуливает псикошка, там где печенька напуливает Невер. Хотя нет, наоборот, давайте Невер со стороны звездочки, психошка со стороны печеньки. Так на кого напуливать? На Вайда. 6-й пати паладин. Да, все взял, да.
Если пацаны не обоссутся, сделайте 50 на 50. Дрейнер, нет, Эллер. С тебя тотем на Frost Resist, на Natur Resist, на Armor и на Heal Party. Элем. Аура льда, разберитесь сами там, по один. По поводу бабов. Первая еда, потом флешлайт, потом оптикс, потом войд. Под четвертый боб нужно будет ближе чуть подходить к печеньке. Но как это... он к этот на пул через таргет пишется? Таргет равно имя, да, получается? Да, да. Угу. Не, ручками. Войд собрался. Настроился, Войд. Плачь, не только выпадет 82. Войд, тебе нужен или нет этот самый тайм? Войд. Невер, вот так пишется это. Так, сейчас одну минуту био отойду. Войд, идут или нет? Войд. Он молиться пошел, блин. И человек пошел, это да, слить негатив. У меня вылетела какая-то хуйня, ошибка на компе. Устраняй. Он у меня перезагрузился, то, чтобы не пуляли, мало ли. Дон кинь Невера к нам в пати. Так, все тут? Навера нет. ЧП Навер. Ой, ты тут или нет, Войд? Кинь Невера. Тебе таймер нужно скидывать себе? Какой таймер? Разбитие костов. Зачем Невер? Невер в правильной патче. В домашней РТД патче. Вот тебе нужно или нет сделать? Хуй знает. Ну в смысле хуй знает? В пуле, блядь, нажимаешь, таймер включаешь и отслеживаешь время, чатик сохранит, а, там, не да, знаю. У меня есть, я включаю. Есть? Ну, сейчас мы тебе не приебался. Еще раз спрашиваю, нужна ли влажка на сбитие костов? Мне не нужна, я таймер включаю, все нормально отслеживается. Ой, бля, тебе надо. Ой, это алло. Че это? Блядь, ты че, сними нахуй сучника, блядь. Так что это, пулять будем, не? Я сейчас смотрю, не нужны ничего. Ему тайминги, наши нужны все. У меня вылетело, у меня сейчас ком загружается. Зашло, у меня просто типа Windows-овская это, блядь, вылетело. Говорит, что-то у вас с компом, блядь. Требуется перезагрузка, и перезагрузился сам собой. Ну, подождем. Ты сказал им курить Windows идем. Пойти на. Да, давайте перекурим. Да, слышишь, ты на сферу никого не поставил. Да, это ладно. Он да справится. Че, курим? А, с той стороны. Да. А, перекурить я не знаю. С другой стороны, я сам. Наверное, прыгни ниже. В смысле, ты возле воды будешь сбивать их? Не-не-не, возле воды у нас есть хилы. Наверное, чего-то. Там любой этот. Давай, наверное, Эллера поставлю. Вообще, я на самом деле у воды тоже успевал. Невер опять отлетел. Так что ждем. Некуда спешить. Можете выйти, чтобы у вас фласки не тикали. Супротики. Кстати, да.
не светит. Это 50 на 50. Чем? Какие 50 на 50? Ебать, все настраивают. Хоть бы, блядь, за 2 часа убить его. Да. То есть что, ладно, допрос у нас будет, если что. Уже второй рейд завтра будет. Какой нахуй, блядь. Войт, блядь, я в тебя верю, давай, блядь. Войт, еще раз повторяю. Воскресенье, понедельник, вторник, второй состав. Основные дни, первый состав. Они не могут пересекаться, блядь, дни. Ну, то есть, понял, планы не могут. Не, если сегодня все закроют. Еще хорошо. Мы тогда все закрыли, что? Можно в пятницу пойти. Все, у меня сам комп загрузился, сейчас я Вовку запущу и пару минут. Зачем два дня проставить, когда можно в пятницу, субботу? Ебать, да, трафик. Мне уже специалисты объяснили, что у меня типа кританул, сама винда кританула. Не укританула, Я тебе, Гулин, еще попариться-то, блядь, тут все зависит не от тебя. Да вы, бля, без меня спокойно закроете. Ты максимум только можешь, что накосячить, ты, блядь, щупы забежать. Ты делай все, что от тебя зависит, блядь, остальное не твоя забота. Понял. Че, зашел бы, наверх? Ебать, да, первый рейд очень... сильный. Да, все, вот Сиру запускаю сейчас. Могу стрим рубить, кто не верит. Все верят. Не надо, блядь, не зависит от нас, блядь. Лучше стрим, блядь, чтобы на нобе не вылететь, реально, блядь. Так у нас с телефона стрим. А, точно. Ну ты честно. Все равно Инета заберет и вылетит, нахуй. Я стрим не могу врубить, потому что 25 человек в канале. Разъебется, да, у тебя интернет? Не-не-не, то типа ошибка подает сам Discord. Суза. Еще плащ на ловкость выпьет, выпадет, блядь, пиздец. И ты меня его отдашь, да? Пошел, блядь. Ты чего меня нахуй посылаешь, козел? Ну ты меня вчера в кару взял. А ты что, хотел в кару пойти? Роксрайт, ну, да, Рок, я хотел пойти вчера в кару, да. Че ты на магии не пошел? Что-то я зорко не помню такого. На моем. На моем. Нет, тогда у нас РД тогда было. Ну, там психошка просится в каражан на первого босса, чтобы я типа уступил ему. Не против. Мы за арбалетом? Он арбалет хочет полутать. А я ругаю под запечатками. Да, запечатка, возьмите запечатками. А что там, заходить, нет? Да, все, у меня уже этот загрузочный экран идет до серединки, дошел. Ну, во этого именно. Купи себе, задонати интернет. Только плащик могу задонатить. Блять. Твой плащик столько урона не несет, как твой интернет новый, поверьте мне. По факту, блядь. Твой плащик не даст столько крита, сколько твоя винда дает. Я боюсь представлять, что кому невер творится за компом, блядь. Герой меча и магии, блядь, через shift хуярит, блядь, как доте. Кто новую матрицу? Никто, блядь. Бьерн, сколько людей пришло? Заходите. Куда? 40 человек почти. Ноубрейн пришел еще. Давайте заходим. Еще сумму там тыкните на шкаф. Все, вроде все тут. А можно еще раз по бопам, пожалуйста? А можно ребаф отпал? Еда, флеш, оптикс, войд. Ребаф, да? Игорь, ты возле треугольника и возле квадратика разбиваешь сферки. Просто с пула туда иди и разбей одну и вторую сразу.
Только так, чтобы они, ну, не попали в то место, откуда жуки вылазят. И на их путь тоже не попали. Ласка, перепейте, если что. С оборотом мы убить все равно же. Ну, я говорю, перепейте. А, у меня 45 секунд. На Вайда щит не кидайте, кто там СС повесил. Я чищет паладина на Вайде. Какой еще щит? Дэдпич, ты тут? ДЦ все, тоже щит. Не кидай щиты на него. Да. Так, все, давайте, давайте, да. ДБМ поуставлю. 5, 4, 3, 2, 1. Оба пошли на пол, дайте. Навер на пол, где? Навер. Войд, забери. Я забрал. Войд, заберешь. Не рулится, что ли? Походу, брат, рулил вроде. Не, все нормально, как спереди. Он же не говорит. Да, ну, типа, не парится. Хочу быстро. Блять, одного манипула мало будет, не всегда. Два манипула, все нормально. По боссу просто играем. Новые мобы вышли. Невер, ты что, на меня напуливаешь, что ли? Прекращай так делать. Заберешь. Еще чуть по боссу, сейчас закапываться будет. Отлично. Сразу милики не подходите, ждем меточку. По мамбам не топите, не забывайте, там паладин тайм. Крепич ушел. Через напулы сыграли в мобов. Чипа, сиди за три, там тоже там. Сейчас я копил слова на этом. Второй был кабак, еще не забыл. Какого хуя, блядь? Чё? Ваня, все хорошо. Это мои бомжи были. Там ревностный прокнул. Смотрите на комбо. Гипс. По мобам играем, по мобам. Не фукашим. Или вылезу сейчас. Еда должна. Ботинками, если есть у вас ботинки, озвучивайте заранее. О, босс вышел. В центре сферка. Почти без хп, ура. Босса играем, мобов под босса завели. ДДшники, аккуратнее от мобов в следующий раз. Забудьте сзади сверху. Блять, сзади две сферы разбил, пиздец. Погнали, я притяну к звездочке, отходи. Ну, как бы я же сказал, что я их забираю. Я по мобам больше, он до бомжа, дай.
У меня уже 7 стака. Меня сейчас убьют. Что, пойдем похилим тебя? Да, меня прохиливать надо будет. Оверхил ты дал. Я 4 отдал. Ближе ко мне подойти. Есть нитро? БР Эйлера и БР Оптикса. Охоту отдай. Акула готовьте. У меня 8 стаков. Что со скорбей? Сопроты выпить. Землик, ты 4 отдал. Ладно, прохиливай теперь. Ой, дай свою прожимку. Меткий прохил только. Окси, прожми что-нибудь. Нечего. Меня присаживал. Че, вайп что ли? Это хуйня. Какой, блядь, додумался с той стороны убить сразу две метки? Две уже. Да ты-то понятно, ты должен был разбить, кто взорвал их две. Ой, блядь. 50/50 не светило нам, но, блядь, хуйню делаете вообще, как будто первый раз сюда пришли. Как это не светило? Все светило. Да. Я тебе говорю, что я возьму звездочку. Если ты хочешь ее грипнуть туда, то типа грипай. Первому не надо. Почему попыток 48? Не. Просто это я думал. Сказал, что я заберу к звездочке. Ждал, пока ты сюда пойдешь. Я понял. Далеко, я типа, понял. Но... Почему реально 48 попасть? Кстати, реально почему? Что говорит? Не знаю. Нормально. Это на будущее. Что-то из-за... Дживс, пожалуйста, поставьте, товарищи, рейдеры. Ну, там чипа сейчас поставят. Спасибо. А ты будешь дамажить? Так, раскол будешь давать? Кто сказал раскол? Я. Выходи строиться. Я его сделаю, ДБМ не работал. Так, а кто там где сверки разбил? Сверки правильно там разбили. Там разбил Эльф с Пуа две штуки. Просто там одну из них нужно было взорвать, а потом отвезти к ледяной стене. Угу. А Дэд Бич почему-то пошел разбивать ту же, которую вторую возле озера. А ёпта, он ее взорвал. И поэтому у нас все по... Ну, черту полетело. Пошло по пизде. Да, раз... где-то 4 отдал, чтобы прожить. А это он разбил точно? Сказали, что он. А так чекните по этому. И Тейлсу. Наносил урон по нему. Кто? Это не про наносил урон. Про, когда на тебе метка Ануба кидается, и ты пошел в это кукуржа. Да, он слышал? Должен был на противоположную сторону бежать. Да. Они там же, блядь, разбиваются. Соответственно, время минус. Что, тебе еще одну рыбу наверх поставить? Да, все слышно, когда он говорил, тебе слышно. Ну, все, хорошо. Не-не, все правильно, ты сломал одну и вторую, все. Мы сначала подвозим к одной, потом ведем босса к стенке. Потом на босс закапывается, мы на второй закопке также одну возле озера, одну возле стенки. Не, озера не было претензий, то есть там чуно было. В принципе, можно сразу две стенки разбить, их просто не трогать рядом, да и все. Конечно, я в первом рейде так делал. Разлили и затупили просто. Ну, вар затупила, не удивлен. Конечно, а как нам было сделать по-другому? Бежать на противоположную сторону. Поясните-ка, я бежал туда, куда мне нужно было, я бежал к озеру.
Там было две лужи больших, которые я хотел между них пустить, но между них не прошел. А что ты сдох? Мне некуда было идти иначе. 50 на 50 не будет, давайте. У меня было там влево обходить по большому радиусу, либо вправо по большому радиусу. Я думал, что между них пройдет, но между них не прошло, зацепил одну из луж и все. Мы с едой там стояли рядом. Давайте. Чё знаю, там было две... Эйлера наид, сопрот выпить, и бич тоже сопрот выпить. Надо было, значит, на большем расстоянии их разбивать, чтобы можно между них шипы пропустить. А пойдём... А, тебе ГП за... Это правда, вы заебёте. За сопрот дали, тебе что не выпил сопрот на фрай, ладно. Ну да, там сопрот помог, когда было на мне 8 стаков, потому что жуки никто не бил. Меня стоял, жук в спину долбил. Это... Давай, Невер. Невер, не пытайся говорить что-то. Суть. Да, он хочет сказать, что погнали уже. В общем, мы ждем. КПМ ставлю. 5. Позвучите, пожалуйста. 3. 2. 1. На пуло. Эй, я на эту сторону поставил, чтобы ты не косячился на пуло. Не косячился. Чтобы они типа под меньшим углом просто по эту приходили. Чтобы ему крутиться меньше пришлось. Не потому что наверх что-то не косячил, а что потому что наверх точно не косячит. В этот раз даже больше бьем. 65%. Кто, блядь? Пизда просто. Ну, что за люди? Ничего страшного, просто обойдите лужу. Обойдите ее. Да уже поздно. Нет. Смотри, подтвердите, летел сюда там. Да там какой-то охотник разрывной кинул. А вон там больше сыграли? Вот надо скачать, чтобы немного не больше вкуса. Ой, старай на себя тоже этих скоробеев, которые возле тебя стоят. Второй бок. Какого хуя? Ну, смотрите, за шипами немножко. Хорош, молодец, плюс. Как будто и не было этой лужи нормально. Эвера, поднимите. Типа дай, дальше по нему. Нет у него. Заход кинешь, по откату кинешь по Неверу сразу БР. Если кошка в соло напуливаешь. Войт, готовься, если что, буду страховать, меня забьешь. Сначала там слоны и треугольника напуливаешь. Троих попытаюсь напулить, иди напуливай. Может рогу выпустить? Не надо пока. Выпускайте бычка. Затаунти этого. Ага. Дыди, накидайте по Войду еще шипы, пожалуйста. Смотрим аккуратно.
Он да подстрахуешь так же, только я первый гриб, а ты второй. Да-да. Давай. Да, да, будет. Так, сколько там? 20 секунд у захода будет. У ЧП, то есть 20 секунд. ЧП умер. Он до тебя, бомжи. ЧП умер, блядь. Бомжи. Моб сорвался. Стоматолог. Боб? У нас двух хантов нет. Да, у нас двух хантов нету. Молодец. Так, я вас предупреждал по поводу срыва агро. Внимательно следите. Танчит паладин, блядь. Паладин, он только тит набирает, как вы хотели. Ну ладно. Поэтому... Да милики, да не бейте вот этих. Бейте лучше мелких, типа. Кастер зауешь, что ли? Так там кастеры в основном и срывают, нет? Ну, там писикошки сорвал вздох, блядь. Ну, так писикошка, это ж получилось. Дайте агро сорвать. А на первом трае ты как сдох, Донт? Не знаю, просто не прохилили. Может, второй хэпал надо? Ну, сказал бы, я бы зубы дала. Да 8 стаков было на нем. А он не говорит. Да, да, нам не его шлагает. Что он сказал, что у него прожимки закончились, когда он уже... И он сказал, что у него 8 стаков, я помню. Просто если был бы второй хэпал частицы, частицы там где было. А зеленка не скидывает стаки? Нет. Нет. Меня дамажит, но... Меня не дамажит, но не скидывает. Ну, я знаю, когда уже была зелёнка. Блин, ребят, жуки как бы вроде отлетают довольно быстро. Нельзя, если у тебя много стаков, нажать Escape и посмотреть как просто на монитор. А что это изменит? Чтоб не лутать еще больше стаков. А как ты не полутаешь? Все равно тебя бегают, ебало. Не забирают, если они подбегают, за тобой бегут. Станты должны здесь палить. Ноль рассеивания. Не, ну если вы хотите, нет, я могу толеранс летать, намазать пушки. Себе яд на... Типа, блядь. Бегать жуков пиздить красных. Пуха есть свечить? У нас два ханта есть. Ты главное этих, блядь, на пуль, когда будем на фазе с шипами трэш хуярить. Так, у меня тогда КД на пуль был, потому что я Невер умер, и побежал жука на пулю. У меня на пуль КД было. Вообще, в идеале, чтобы рога, ну, у него на пул остался, и просто влететь в роги с веером, да и все. Ну, так я не делаю. Уходим на пол. Две секунды, одна секунда. ДКшнику тут на пол вообще ни к чему. Держи просто на пол себя. Нет, так я на закупку типа в это войду кидаю. Да, ну типа забей. Подожди метку, типа метку. Правильно, дверь. Правильно, да. На закупку войду. Все верно. Кстати, просто иногда криво веду типа шипы, и надо их убегать, и не сразу получается. Он и фунтов на пол откатывается после того, как ему трэш нападает. Нет, под закупку не успевает, там еще секунд 5 остается. Ну,
Пульвите нормально, сейчас ханты тоже на пол ударят. Ушел. Аккуратно мыслите. Блять! Да, ладно, не страшно. Невер, ушел. Да, иди разбивай. Сипас, есть бомжи? Ханты бомжи. Давайте похилим, не забегай. Да, меня просто похильте. Сейчас не страшно будет. Может, сакру будет дать ему? Куда он тут? Да я Т4 отдам, это не та фаза, когда мне Т4 надо. Оверхильте. Я служу разбили. Это правильно, уже пойдет. Ее можно бежать. Он не бежит, Филипп Киркоров. Кто-то был мог. За Вудликом. Что сразу Вудлик? Если хочешь бежать, беги, как говорил Киркоров. Готовь встань. Не напуливаются. Точнее, напуливаются, но замедляются в этой луже. Не беда. Ну ладно, мы ее сломаем сейчас. Все нормально. Скоро заодно закопываем переводить. Угу. Я смотрю, напали вообще изи танчится. Поставил. Кинул нахуй, все, блять. Смотрим аккуратно сейчас, лужу не задевайте. Черепочек на ком будет. Себасту ходишь. Убегай прям до самой стеночки, можешь дальше. Там тебе баб дадут. Ты лучше вайпы посмотри. Не становись от этого вопроса, смотрите на нас. Так, у нас наличие есть, что-то баба... Персы, конты снимайте. Я там был. Бомжи, звали бомжи? Да. Я 6 секунд тогда. Они вон, они пиздец. Кастер, подай мне бейте. Беги, малышка, беги! Бля, мы перетянем сверху под бой, да? Чем там твой путь страдает? Я бабу слил. Че, под босса, под босса. Мелкий залезет. Че, почему столько трэша-то, блядь? Что-то играет с ним. Трэш начали залить. Давайте переводим. Нет, засака нормально. Т4 надал. Тикру надо? Раски смотрим, рейд пониже держим. Кошка как умер. Дайте БР ему, он захоты. ЧП дай. Не, ладно, ЧП дай лучше. Не захоты, хоты и хиль. Пытаться на ПВ. Поднимите псикошку. Крик на ХП обновите. На ПВ дали. Метки прохил. Флэш, дашь по еде сагу. Когда следующую пачку будет. Да, бабус, бабу сокру. Заодно скинешь метку себе. Смотрим, метки только хилим, 3 миллиона. Мастера на лед, алё? Мастер на лед нету. Кошка умер, наверное, ты один на повод, дай главное.
Заходы дай пару. 1,5 миллиона. Герой, иди на пулю, я тоже. Три хива с метками. 300 тысяч. Все. Нормально. Гутлик, где ДПС, бля? Ой, блядь, шестерей все могут, не могу. Бля, лут охуенный, кстати. Бля, ну, нихуя не упал. Хороший. Ну, кажется, так, на следующем РТ, блядь, мне надо второму твинку делать проходку по-любому, потому что, блядь... Этот... С двумя хантами проще. Кстати. Скажите, на хэбала вот этот нормальный пояс латный? Или не стоит брать? Так, так, так себе. А чё берут хэпалы там? Кольчугу? Крит-хаус. Ну, крит-хаус. Не, я знаю крит-хаус. Да. А какую? Все что хочу? Угодно. Горожан, кольчуга, там пояс есть. Ага, он его, да. Его шова забрал на ретрика. Ребята, можно это взять регалию защитника? Меня слышно или нет? Что так издевается у нас? Так, 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 по приору еще что? То есть не по приору, по консулу писали? Но Демон Лопу нужно в первую очередь. Я за ГП заберу даже токен. У нас по правилам еще раз повторяю, токены по тем самым. По консулу и по приору, кому он нужен. На самом идем деле. Еще куда или все? Это бессмысленно. Грулмах, конечно, идем. Грулмах, идите, конечно, идите. Согласен. Первый грул или магик? А магик? Магик. Пояс никому не нужен. Ой, вот готовься там танчить будет жестко, блядь. Да я это друидом лучше пойду. Вы еще рассказали магика сначала? Да, конечно, магик. Там танков хуй выгорает. Рокси, ты тут? Да. Как ты думаешь, что на пуху чернуть лучше, Берсу или АП? Ох, блядь, я себе АП зачернил на обе пухи. Там, бишь чекал, там аптайм прям маленький. 30% все. Нет, тебе на дружку лучше этот черни. Берсерк. Типа на дружку все. Ой, это ловкость, не надо. Я думал, это интеллект. Он не увидел попадайлер. Да, тоже я ошибся. Все, я курить. Зачем? Это получается вот эта беспощадность на кого? На рогу комбата, да? И на энха. Ну, на энха. Так, Дон, ты мне и на ФДК, который на моего мага накинешь, потому что я мага уже выпаду подурить. Хорошо. А я пойду варом уже квестер гейдом. Пал приствок токен. Пал приствок. Нет ли кому-то нужен? А еда, бафающий. Дон, ты куда ты? Да, бафающий, я тебе его даю. Дон. Что? Эйлер Тринку ролил что-то. И спрашивает, Трини не будет. Ты видно все. А я ролил ее. Да, а, он ролил. Сейчас ролил. Я же хорошо, говорю. Отдам. Так. А луки в чем бегают демоны? В 4Т9? Да. Весь? Да. Окей, ну, держи так нихуя тогда. Так Т9 можно, да? Это самое. Ну, взял бы кусок там на это, на танк, да? Заебись. Че там еще надо кому-то? Там один остался. Или ты все отдал ему? Я все отдал, конечно же. У тебя и ЕПшки этот. Ну, понятно. Тика нету. Ну, локу профитнее лучше брать. Ну да, да. Локу ДПС опять. Я и так крутой, нахуй, танк, блядь, там 4 куска. Чебафу черену. Да ты в чем? В Т9 тоже, да. Бафу еще среды. Лол, блядь. Сейчас хуяк спакинул гильдию будет, блядь. А. Че он средит? А, это бафу еще. Там он наверху просто шмотки. Чего душить уже сразу начали? Зорки. Я подъебываю. Налутался, покинул гильдию. Дефолт. Я помню, как Hunter на X2 ливали. Ну, арбалет улетает и ливает. Бёрн, 3 трая, 0 косяков, нахуй. Молодец. Это вообще красавчик. Бёрн, он, короче, просто тебя дразнил вчера. Ой, так кто забаблил? Кого забаблил? Я забаблил. Не, он косяк забаблил. В смысле косяк, ебать. Ты хочешь, чтобы моя лужа исчезла, а потом искать лужу мне новую? Ну, нажать фридом на себя, выбежать из лужи. Да, не, ну, блядь, похуй. Не, ну я ж спрашивал на ДК, кто-то может прийти притянуть? Молчок.
Ну, он ее забавлен. Ну, я на следующий просто КД, скорее всего, ну, пойду в квартиру, где нормальный интернет, чтобы не лагало и получше. Да ну нахуй! Можно было, что ли, ну, блядь, мне типа просто не очень удобно. Я в жоке, тебе, блядь, надо проще квартиру купить новую, блядь, с интернетом, или, блядь, проще себе интернет купить. У меня здесь интернета не протянуто, у меня, блядь, только провода выведены и все, как бы. Я, блядь, спонтанно сюда, по сути, переехал. Слушай, это на палку телефон привяжи повыше. Дон, ты тут? На скотчик, вот. Дай мне за ИВК на этого напала, я друидом поведу. Слышишь, не вверх? Чего? А ты это, ко мне в камеру заселяйся, у меня с Макдональдса интернет ловится. Сбербанк устроит, блядь. Что это у меня? Сбербанк устроил. На прошлой работе, на производстве... А, говори. Я хотел сказать, закиньте Войта обратно в рейд. Вот, короче... У меня на этом, на прошлой работе, где производство было в Донецке, а Донецк-Ростовский, он с Украиной прямо на границе, внутри...